Всем привет, дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас новое видео на тему выигрыша в моментальную лотерею. В данном случае рассматривается лотерея «Счастливая карта». Это серия лотерей, я так понимаю, «Счастливая карта», как вы можете видеть. Всероссийская лотерея, называющая себя «Русские игры». Призовой фонд здесь 55% от выручки проведения лотереи. Какие же правила? Давайте будем сразу же читать правила и смотреть. Смотрите, защитный слой с игровых полей, банк и ваши карты. Если сумма чисел в первой строке поля вашей карты больше суммы чисел поля банк, то вы выиграли сумму, указанную в поле приз. Если сумма чисел во второй строке поля вашей карты также оказалась больше суммы чисел поля банк, то вы выиграли сумму, указанную в поле приз. Смотрите, защитный слой с игрового поля бонус, я так понимаю, вот этого, с игрового поля бонус, если вы обнаружили 4 одинаковых символа, то вы выиграли сумму, указанную в поле приз. Сложите сумму ваших выигрышей из полей приз, если их несколько. Друзья, напомню, в данной серии у нас тираж 2 миллиона билетов, минимальный размер выигрыша, как вы можете видеть, здесь 50 рублей, их 240 тысяч выигрышей. 100 рублей есть, 200, 250, 1500, 5000, 250 тысяч. Напомню, что здесь 10 призов по 250 тысяч и один приз на 5 миллионов. Что ж, возможно, и получится выиграть 5 миллионов, друзья. Если брать по внешнему виду лотереи, да, она большая, скажем так, громоздкая, но тем не менее информативная, приятные фиолетово-желтые цвета. Здесь надпись «Счастливая карта», довольно-таки интересно написано «Счастливая», еле прочел каким-то извилистым витиеватым шрифтом стоимостью 50 рублей. Как вы можете видеть, я так понимаю, здесь банк необходимо вытирать, а здесь уже непосредственно мои карты. И если в банке будет сумма меньше, чем в моих картах, каждый ряд нужно проверять. То есть здесь, допустим, к примеру, 20, а у меня 22 из 4 карт сумма. Значит, можно вытирать приз. Либо же здесь, либо же здесь. То есть тут даются 3 шанса. Довольно-таки интересный процесс, я думаю. Что касается внешнего вида лотереи, очень из приятной бумаги. Сейчас посмотрим, насколько же слой защитный будет нормально здесь вытираться. И, соответственно, стоимость лотереи оправдана, либо же нет. Давайте приступим. Оператор «100 лото». Как вы можете видеть, вытираем сначала банк. Довольно-таки неплохо покрытие стирается. В данном случае говорит о том, что здесь качественное покрытие используется. Ну и цена лотереи сама за себя тоже как бы говорит. Итак, что же у нас здесь имеется? 19 плюс 18, это будет у нас 37. И плюс еще 43. 37 плюс 43 получается у нас 60. Если мне не изменяет память, друзья, все буду дублировать, сейчас перепроверять на калькуляторе, дабы, как говорится, старость не радость, молодость гадость, как говорится, чтобы не допустить никакой ошибки. Перепроверяю еще раз. 19 плюс 18. Плюс 23, плюс 20. Да, нет, будет не 60, друзья, а 80. Вот как бы такой небольшой казус, скажем так. Не судите строго в комментариях. Лучше напишите, как проще играть в эту игру. Стираю теперь поле ваши карты. Но тут я уже вижу, что 80 вряд ли сможет превысить данная комбинация. И давайте посмотрим, что же можно было здесь выиграть. А можно было выиграть всего лишь 100 рублей. Но в данном случае здесь пролет. Потому что однозначно здесь эти цифры у нас не подходят. Меньше сумма. Дальше вытираю второй шанс. Посмотрим, насколько же второй шанс нам даст. Но опять же здесь, друзья, мало. Ну, а что же можно было выиграть здесь? А здесь можно было выиграть 250 тысяч рублей. Ну, это уже посерьезней.
И, наконец, третий шанс. Вытираю карты. Я так понимаю, что здесь должны совпасть были все карты. И можно было выиграть аж 5000 рублей. Я, как я понимаю, должны были совпасть все масти. Ну, то есть, допустим, либо все пики, либо же там все червы, либо бубны, либо треф. Но, как вы можете видеть, как говорится, первый блин комом. Проигрышная лотерея. Дальше вытираем опять же банк. В банке, я смотрю, тут цифры такие, довольно-таки внушительные. Давайте будем складывать, все перепроверять на калькуляторе. 21 прибавить 10, прибавим 7 и прибавим 15. Будет у нас 53. Теперь вытираю наши карты. Уже 26 и 5, 31 и 14, 45. Опять пролет, друзья, можно было выиграть 250 рублей. Второй шанс у нас 12 и 1, 13 плюс 17, это будет 30. А вот тут, по-моему, что-то нет, все равно не подходит. 13 плюс 17 будет 30, плюс 19, 49. Интересно, какой приз был здесь? 50 рублей, ну, в принципе, невелика потеря. И здесь должны быть одинаковой масти карты. Но, опять же, друзья, к сожалению, здесь пролет. И можно было выиграть 5000 рублей. Но не тут-то было. Одинаковых мастей здесь нет. Вторая в пролете. Давайте смотреть далее, друзья. Не может же быть такое, что все проигрышные были, правильно? 19 плюс 7, 26 плюс 11, 37 и 23. 37 плюс 23 будет 60. Ну, я не знаю, переплюнет ли что-то 60. А давайте стирать с этого края. 5, 9, 14 плюс 13, 27 и 22. Ну, явно 60 здесь не будет. Это будет 49. А что же можно было выиграть, друзья? 250 рублей. Опять же, невелика потеря. С этого края вытираем. Восьмерка у нас идет. Тройка идет, двойка и шестерка. Ну, однозначно тут смысла нет считать даже, потому что цифры однозначные. Даже не двузначные. 200 рублей можно было выиграть. И третий шанс у нас. Может быть, тут что-то по картам сейчас совпадет. Нет, друзья, и тут по картам ничего у нас не совпадает. А можно было выиграть аж 5 миллионов, если бы по картам совпало. Итак, друзья, 3 уже проигрышные. Давайте смотреть далее, насколько же это счастливая карта. Опять же вытираем банк. 19 плюс 5, 24. А вот тут что-то мне подсказывает, что все-таки в каком-то одном поле я выиграю. 19 плюс 5, 24 и 4, 28 плюс 13. Плюс 13, 41. И давайте теперь вытирать наши карты. 24. Ну, тут пролет, я вижу уже. 24 плюс 6, 32. Что же можно было выиграть? 250 тысяч, как вы можете видеть, друзья. Вот таким образом это все выглядит. Далее вытираем второй шанс, возможно же, подойдет. Вот, а второй шанс, я вижу, тут что-то, по-моему, есть уже. Почему? Потому что, смотрите, друзья, 22 плюс 17, это уже 39, и 10, 49, ну, это уже больше, чем 41. И какой же тут приз? О, 50 рублей, уже неплохо. То есть лотерея уже сама, в принципе, себя окупила. И карты. В картах здесь, я так понимаю, у нас пролет. Потому что нужно 4 одинаковых символа, и можно было бы выиграть 250 рублей. Но в данном случае, друзья, я так смотрю просто, что... давайте сейчас еще перечитаем, потому что здесь 3 пики, в принципе, подкова. Здесь написано, смотрите, защитный слой с игрового поля бонус. Если вы обнаружили 4 одинаковых символа, то вы выиграли сумму, указанную в поле приз. Ну, как бы 4 одинаковых символов я здесь не вижу, поэтому, собственно, приз 250 рублей, не знаю. Здесь я вижу явно, что здесь 50 рублей приз есть, потому что,
здесь больше, нежели 41. Давайте еще раз перепроверим, друзья. 19 плюс 5 плюс 4 и плюс 13 будет 41. А у нас здесь 10 плюс 17 плюс 22 и плюс 7. А у нас здесь аж 56. То есть это однозначно выигрышный билет. Вот один уже есть. То есть 3 невыигрышных, как вы можете видеть, и вот один из них выигрышный. Давайте будем разбираться далее. Интересно, что же здесь будет? Какие числа? 14 плюс 2, 16 и 20. О, тут, наверное, скорее всего, друзья, пролет. Потому что, смотрите, здесь у нас идет 23 плюс 20 плюс 2 и плюс 14. Аж 59. Я сомневаюсь, что здесь будет больше 59, друзья. А как вы считаете, будет или нет? Давайте вот поставьте сейчас на паузу и нажмите лайк под этим видео, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Возможно, кто-то и выигрывал крупную сумму в данном лотерейном билете. То есть конкретно вот счастливая карта 22 плюс 6, 28 плюс 18, должно быть 59. Напомню, друзья, нет, пролет. 28 плюс 25. Проверяем. 28 плюс 25. 53. И что же я мог бы тут выиграть, друзья? Ну, конечно, 5 миллионов сразу же. Вот таким образом это все выглядит. Но, увы и ах. Далее. Может быть, во втором шансе что-то получится. Восьмерка, пятерка, десятка, 12. Ну, тут однозначно нет. 22 плюс 8, 35 всего лишь. А мог бы, опять же, выиграть 5000 рублей. Ну, может, что-то по картам наконец-то пройдет у нас нормальное. Подковы какие-то. Ну, по картам тут, походу, 250 тысяч рублей. Тут вообще, я так понимаю, в этой лотерее всегда пролет. Ну, я имею в виду в нижнем ряду, потому что тут, во-первых, всегда крупные суммы, хотя, как говорится, не факт. Но, видите, да, символы, собственно, не совпадают. То есть, опять же, здесь пролет. 4 в пролете уже. Одна выигрышная, я напоминаю. Давайте посмотрим, что же здесь. Ну, тут я уже вижу, что такие числа, конечно, не по обороте. 22 плюс 18, это будет 40. Плюс 2, 60. И плюс 23, 83. Да, друзья, 83. Такое число явно не побороть. 16 плюс 16, 32. И 6, 38. Ну, здесь ожидаемо крупный приз мог бы быть. 250 тысяч рублей. Смотрим далее, друзья. 7, 3, 10, плюс 9, плюс 5, 14. И ожидаемо, ну, маленький приз, правда, 200 рублей. Ну, опять же, мелкие очень карты. И сейчас посмотрим, может быть, здесь что-то. Нет, тут тоже бубна, черва. Я говорю, какой-то тут пролет внизу постоянно. То есть нереально, мне кажется, по нижнему ряду выиграть. Друзья, может, кто-то выигрывал так вот по нижнему ряду хотя бы даже 50 рублей? Напишите в комментариях свой опыт именно в конкретной игре в счастливую лотерею. Но пока она что-то особо счастья тут не приносит, я имею в виду в плане финансов. Тут у нас новая сумма 15 плюс 18 плюс 6 и плюс 21. 60 в данном случае. Так, смотрим далее. Тут у нас уже 25 и 11, 36 и 22, 58. 36 плюс 22, 58. Все верно. Ну, и, соответственно, можно было выиграть 5000 рублей. Но не тут-то было, друзья. Что-то как-то вот слабовато это какая-то, конечно, лотерея. Честно говоря, я бы, наверное, предварительно, хочу сказать, вам не рекомендовал бы, наверное, играть в такую вот. 15 плюс 10, 25, 27. Опять же, ну, это явно 60 не переплюнет. 1500 рублей можно было выиграть. Возможно, по картам что-то тут сойдется. Ну, опять же, вот видите, по картам тут ожидаемо все плохо. 200 рублей можно было выиграть. Но, тем не менее, друзья, в проигрышную.
Что-то как-то не на моей стороне, я так понимаю. Сегодня удача 14. Так, здесь у нас 31 плюс 4, 35 и 10, 45. Ну, возможно, здесь еще что-то как-то повезет. Так, 45, а здесь у нас 25 плюс 18 будет 43. Не прошел вариант. А можно было бы выиграть 5000 рублей, как вы можете видеть, вот таким образом. Так, вытираем далее. Тройка, 13, восьмерка и 20. А вот тут может даже что-то и пройти. 28 плюс 16. Смотрим. 28 плюс 16 будет 44. А вот здесь у нас сумма. 9 плюс 22 плюс 4 и плюс 10. А у нас здесь 45. Блин. Ну. Да и в принципе приз бы небольшой был. Всего лишь 100 рублей. Посмотрим. Может по картам что-то. Вот. Уже по картам пошло. Наконец-то первый выигрыш по картам. Ну я думаю будет маленький. 50 рублей, друзья. Вот давайте посмотрим вместе. Смотрите, тут опять же креста пика. Креста пика. Я думаю, 50 рублей будет, друзья. Вы как думаете, вот какой здесь приз будет? Ну, 500 рублей, я думаю, что не будет, скорее всего. Ну, я думаю, я настроил, что будет 50 рублей. Вот. Да, так оно и есть. Какой же тут еще мог бы быть приз? То есть 50 рублей. Ну, посмотрим. Так. Стороночку откладываем, пока только 2. И осталось всего 2. О, блин, ну что-то как-то не особо мне однозначно эта лотерея. Друзья, давайте сейчас вот посмотрим, сколько из 10 лотерей получится у нас выигрыш. Так, в данном случае 20 плюс 22 42 и 3 45. И смотрим сразу же. 16 плюс 7 23 и 15 23 15 38. 250 рублей можно было бы выиграть. Далее 28 плюс 14 плюс 2. Итак, напомню, что здесь у нас 42 плюс 3 45, а здесь 28 плюс 16. 28 плюс 16. 44 опять. Да что ж такое, блин. Стираем этот сейф. 50 рублей можно было бы выиграть. И карты вытираем. Но по картам я уже вижу, что пролет. А можно было бы выиграть 200 рублей. Ну, короче говоря, друзья, вы понимаете, что это как бы такая фиговая, я так смотрю, лотерея однозначно. И для того, чтобы выиграть здесь 5 миллионов, тут я не знаю, сколько этих нужно пачек купить, чтобы их... Ну, тут тоже, опять же, большие числа банк. То есть, сразу же идем 12 плюс 14 плюс 19 и плюс 23. 68. Ну, вряд ли здесь будет больше 68. Может, сюрприз все-таки будет? Нет, нет. Нет, тут уже 68 явно не будет. 21 плюс 5 плюс 16 и плюс 15, друзья, 57. Ну, немало тоже, но тем не менее. Можно было бы выиграть 1500 рублей. Дальше 7, 20. Так, опять же 30 и 13, 43 и 7, 50. 50. Давайте еще раз посмотрим, друзья, сколько у нас. Перепроверим. В данном случае у нас 50 здесь цифра. 12 плюс 14 плюс 19 и плюс 23. 68. 50 в пролете. А можно было выиграть 5000 рублей. И последний шанс, друзья. Опять же я вижу, что по картам пролет. 50, даже на 50 рублей пролет. Ну и как вы можете видеть, друзья, счастливая карта. В данном случае у нас русские игры. Лотерея счастливая карта. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 билетов в пролете. И всего лишь 2.
окупили себя. Как я вижу, 50 рублей и 50 рублей. То есть 100 рублей в минусе. Сами понимаете, насколько. То есть данную лотерею я не рекомендую к приобретению, потому что как бы здесь хоть и написан призовой фонд 55% от выручки, но вам придется потратиться сильно, чтобы выиграть данную лотерею. Как-то так, друзья. Кому понравилось видео, прожимаем лайк, прожимаем колокольчик. Подписываемся обязательно на канал Технобар Плюс. Впереди еще много интересных видео на тему лотерей. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.